Добрый день, меня зовут Нурлан. Я нахожусь в городе Самарканд. Сегодня 6 апреля 2021 года. Вот, забронировал через booking.com. Забронировал номер. Двухместный номер. Хотя я один. Здесь немножко дешевле. Там проходит стройка. Отель называется Guest House Самарканд Центр. В эту сторону 10 минут ходьбы находится Регистан. Или в 5 минутах ходьбы. Сказали, очень близко. И вот внутри мы видим стойка регистрации. Диванчик. Здесь очень хорошо, так прохладно. Есть маленький дворик, небольшой, умывальник, лестница наверх, во дворике очень тихо, красиво, фонтанчик, красивые узоры. Фонтан пока не работает. А фонтан будет работать, да? Вообще? А, вы включаете его? Добрый день, это Фирус, да? Да. Это хозяин отеля, гостевого дома, Фирус. Очень приятно. Скажите, добро пожаловать в Самарканд. Добро пожаловать в Самарканд. И здесь расскажите нам, какие у вас номера. У вас двухместные, да? Самые маленькие? Да, да, двухместные и трехместные. Двухместные и трехместные. То есть справа налево это двухместный, дальше идет два двухместные, два двухместные и два трехместные, да? Еще скоро откроем. Отлично. Там, а там сейчас в трехместном тоже закрыто, занято? Да, или? Да. А, занято, да? Ладно, тогда не будем беспокоить. Посмотрим тогда одноместный мой номер. Вернее, двухместный. Ну, классные такие окна, проемы. И вот поднимаемся на второй этаж. И такой вид с балкона. Отсюда видно Регистан? Нет, к сожалению, не видно. У соседей ремонт. Давайте посмотрим одноместный номер. Я снял его за $9 и плюс $2 это туристический сбор. При входе маленькая верандочка и такие две кроватки. Ну, красивый такой колоритный стиль, в узбекском стиле, ковры. Есть окно. Жалко, что нет балкона. Такой вид с окна. Это мой номер 7, кажется. Здесь телевизор. Пароль, Wi-Fi бесплатный. И туалет. Просто душ. Маленький душ, унитаз и маленькая раковина. В принципе, все принадлежности есть. Хозяин Фирус очень вежливый. Очень гостеприимно, все рассказал, куда сходить, что посмотреть, где покушать. Вот даже кондиционер есть. Ну что ж, о, какая красивая люстра. Мне нравится, такой колоритный стиль. Всем спасибо, пока.